Главная цель проекта – увековечить в названии аэропортов имена наших великих сограждан. Конкурсная процедура в несколько этапов. Вначале общественным советом был сформирован и утвержден предварительный список. В него вошли 10 фамилий, за которые будут голосовать анапчане. Сейчас данная, так скажем, задача – это проинформировать население, вот, как это будет происходить. Это будет происходить анкетирование, и у жителей города есть возможность выбрать, также предложить свое имя. Это они могут сделать на официальном сайте, это могут сделать на наших точках волонтеров. То есть у них есть возможность выдвинуть свое имя, и если за это имя также проголосует свыше 500 жителей, то оно будет внесено в общий список претендентов. Сегодня волонтеры пришли в учебное заведение города. Студентов знакомят с условиями конкурса. Здесь же рассказывают и о биографии каждого из кандидатов. После этого голосование. Ребята к этому процессу подходят со всей ответственностью. Понимают, что принимают участие, по сути, в историческом событии. Я проголосовала за Кокенаки Владимира Константиновича. Его я выбрала, потому что он заслуженный летчик-испытатель СССР. Я считаю, что это больше подходящее название для аэропорта. Лично я проголосовал за Дмитрия Калинина, потому что я считаю, что его подвиг – это один из величайших подвигов в нашем регионе. И многим мы обязаны ему. Я проголосовала за Калинина, потому что это очень героически он совершил подвиг. Уже после первого дня анкетирования волонтеры отмечают, что преимущество из лонглиста дается сразу трем историческим личностям. За этих кандидатов проголосовало большее количество опрашиваемых. Формируем, смотрим уже по сегодняшнему даже дню, что у нас уже три приоритетных имени выбрано. Если это можно, я могу озвучить. Это Калинин, Будзинский и мать Мария Елизавета Юрьевна Пеленко. Анкетирование продлится до конца октября. Выразить свои предпочтения и отдать голос за имя, которое будет присвоено аэропорту Анапы, жители города смогут на железнодорожном вокзале, в торговом центре Красная площадь, в гипермаркете «Магнит», в аэропорту и других местах массового скопления людей. Также можно проголосовать на сайте «Великие имена России». Ирина Меркурьева, Руслан Душевский, Анапа регион.